Сейчас мы находимся недалеко от села Салмановка, в котором проживает 1460 человек. Еще летом они жаловались на проблемы с водоснабжением. Но благодаря вот этой трубе и ремонтным работам совсем скоро проблемы с водоснабжением будут решены. Решением главы региона Алексея Русских были выделены финансовые средства в сумме 26 миллионов рублей для того, чтобы комплексно решить проблему обеспечения водой жителей Ишеевки, Салмановки и Полдомасова. В этом году пробурили 4 новых скважины, которые питают водой Ишеевку. Это позволило обеспечить Ишеевку водой уже в сентябре. На данный момент решается вопрос обеспечения водой Салмановки. Салмановку питают 4 скважины. И, по сути, работали только 2 из них, и то с очень сильно упавшим дебитом. В этом году мы из 4 отремонтировали и восстановили 3 скважины, обеспечив очень хороший дебит 48 часовых кубов. Показатель уже превысил необходимые потребности Салмановки на 16 кубов. Министерство энергетики, ЖКХ и городской среды региона не остановилось на достигнутых результатах. Эта магистраль, которую мы сейчас с вами видим, она ведет от скважин Салмановских в Ишеевку, чтобы запитать вот эту часть Ишеевки водой Салмановских скважин, если в этом будет необходимость и будет большой водоразбор. На сегодняшний день проложено уже 7 километров необходимых коммуникаций. До конца года будет проложено еще 1300 метров трубы. В планах также соединить ее через федеральную трассу с накопителями, расположенными в Салмановке. Это позволит гарантированно полностью обеспечить качественной питьевой водой жителей Салмановки. Ишеевское городское поселение взято на обслуживание Ульяновским областным водоканалом в ноябре 2018 года. Достаточно серьезный для нас проект. В этом году нашим предприятием заменено более 40 километров сетей водоснабжения. Здесь участок достаточно протяженный, более 8 километров сетей, поэтому даже в процентном соотношении от всего объема ремонтной программы вот этот объект на Салмановку, на Полдомасово, в перспективе на Ишеевку значительную долю занимает. В 2022 году перед ответственными ведомствами стоит задача обеспечить качественной питьевой водой жителей поселка Полдомасово. Для этого потребуется разработать новый проект и поставить в Салмановке дополнительные насосные станции, которые будут качать воду в Полдомасово. Также необходимо восстановить еще одну скважину в Салмановке и обеспечить проект бюджетными средствами в полном объеме. Валентина Никонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.